Привет и добро пожаловать на канал. Я, как обещала в предыдущем видео, о занятии с собакой в бассейне рассказать, об одном ЧП, который у нас на занятии произошел. В преддверии этого хочу сказать, что есть определенные, да, правила безопасности нахождения собаки в воде. И, допустим, звать собаку к бортикам нельзя, чтобы она не... Иначе собака подплывает, упирается и может попытаться вылезти, забраться. Так как бортики выходят, ну, высокие, то собака может упасть и себя, ну, травмировать. Но есть пандус, про это никто из нас не подумал, и мы даже не ожидали, что собака может оступиться и просто уйти под воду, что у нас и произошло, и это Молли так это, ну, напугало. Я думаю, этим мы ее, как говорится, отбили последнее желание вообще заниматься плаванием. Пандус уходит под воду, глубина бассейна 120 сантиметров, и Молли вышла из воды, я дала ей вкусняшку, и она стала отряхиваться, в итоге сделала движение, шаг просто, ну, произвольный, да, в сторону, и рухнула под воду, прям так это хорошо. Тренер вовремя ее выхватила, слава богу, Молли не наглотала сильно воды, но, я думаю, неприятные, как бы, ощущения она получила. Мы не стали делать, дали собаке немножко пройти, походить, откашляться, как говорится, все это посмотрели, проверили, все нормально, и потом тренер опять ее засунула в воду. Конечно, Молли, в принципе, даже прыгнула после этого, так это хорошо, в бассейн, но это все-таки, как бы, осадок у нее остался. Мы потом еще несколько раз делали заплыв с интервалами, спокойно, ее всячески поощряли, чтобы все-таки никакого страха у нее в голове не осталось. И тренер посоветовал в течение 2 недель посетить занятия еще раз. Вот здесь сейчас как раз и будет этот момент. Тихо, тихо, с ушами. Она хлебнула воды. Тут главное, что когда Молли предлагали вкусняшку, она от нее не отказывалась. Значит, не так все страшно, все в порядке. Собака спокойно. Я очень удивилась, как Молли спокойно, в принципе, на все среагировала. И продолжила дальше занятия. Но вот в следующий раз нужно быть, конечно, очень внимательными. Не знаю, будет ли у нас в следующий раз, но, по крайней мере, теперь мы это будем помнить и учитывать. Помост и подставка, и с нее собака может в легкую свалиться прямо головой вниз. Но, Молли, тебя тренировали как морских котиков.